Ребята, всем привет! Вы на полезном канале, с вами я, Роман Морозов. Вы никогда не задумывались, почему бензин стал таким дорогим? Цена на бензин пробила психологическую отметку в 50 рублей за литр. Так что же входит в цену этого бензина? Само собой, это вот этот замечательный бренд, это зарплата заправщикам, кассирам, обслуживающему персоналу и так далее. Напрашивается вывод. Можно ли как-то сэкономить на бензине? Возможно, где-то можно взять более дешевый бензин, цена которого не включает все эти издержки. Давайте разбираться, ведь в городе появились так называемые бензороботы, которые предлагают сервис самообслуживания, когда вы не переплачиваете обслуживающему персоналу и за бренд, и получаете бензин напрямую с разливочной базы. Ребят, посмотрите, прямо рядом с заправкой Shell, посмотрите, какие цены здесь. И сюда, посмотрите, расположена небольшая автозаправочная станция, где предлагается 92-й бензин, так называемый Orange Oil. Здесь я заправляю лодку, то есть очень удобно. Во-первых, можно заливать в пластиковую канистру, никаких запретов, это очень удобно. И бензин 43 рубля за литр. Вот для лодочных моторов очень хороший вариант. Вот видите, бензин такой дорогой, что даже на велосипеде к вам приехал. На машине ездить нет никакого желания. Но давайте все-таки с вами съездим и заправимся на одной из бюджетных бензоколонок, которая в Самаре, да и по всей России, получила название «Бензоробот». Едем на спуск лейтенанта Шмидта. Основной причиной, почему роботам-заправщикам принято не доверять, является то, что якобы там можно продавать 92-й бензин под видом 95-го. Так давайте же это проверим. Специального оборудования у меня нет, но есть автомобиль Renault Duster, в который можно заливать только высокооктановый бензин, 95 или 98. Если залить 92-й бензин, может начаться детонация, и вы сразу это заметите. Так давайте заправимся на бензороботе и посмотрим, каких результатов мы сможем достичь на этом бензине. Все, ребят, едем заправляться на бензоробот и посмотрим, что из этого получится. Бензороботов в Самаре несколько. Приведу в описании видео адреса бензороботов в Самаре. Ну и по моим наблюдениям достаточно пользуются они популярностью. То есть люди приезжают в районе Кошлева. Я видел очень много людей заправляется на подобных бензороботах. Пока у нас не очень много о них знают и не очень сильно доверяют. Но я как раз хочу сказать, что по моему опыту пользоваться ими можно и нужно. Вот сейчас, кстати, еду на бензине от «Газпром нефти». Неплохой бензин, брендованная заправка, но, конечно же, он тоже дорогой. Все, держим с вами путь строго к бензороботу. И бензоробот этот продает 95-й бензин, который только и можно заливать в данный тип автомобиля. Так мы с вами приехали.
так вот выглядит бензоробот. Бензин АИ-95 по 45,90. Вот такой вот интерфейс у нас. Выбираем банковская карта. Доза литров. 10. Оплатить. Можно оплачивать наличными. И вот вылез наш чек на 10 литров. Все замечательно. Теперь пойдемте тестировать данный бензин. О, как двигатель сразу заработал. Ну что я хочу сказать, мощность никуда не ушла, никакой детонации. В принципе, мне нравится, здесь и буду заправляться. Экономия налицо. Кстати, проверял, надолив, не долив с помощью 5-литровой канистры. Полная 5-литровая канистра получается. Поэтому никакого жульничества, можно смело пользоваться бензороботами. Вот такой, ребята, был лайфхак. Пользуйтесь им и подписывайтесь на полезный канал. Пользуйтесь нашими полезными советами. Всем до новых встреч. Пока-пока.